motherfucker. Вам жарко, короче, вы потны. Я воняю. Твои глаза. Васап, ребятки, с вами канал Alligame, Let's Play Rock, это Арк. Мы дошли почти до финала, это были артефакты, да. Теперь самое время их использовать. Из истории мы поняли, что это некая лаборатория, не настоящий, а вымышленный мир, а геноинженерный. Геноинженерный же, да? Гена, ты инженер. И мы нашли какие-то ворота, короче, центральную пещеру. Но чтобы туда попасть, нам нужно сначала активировать наши обелиски. Это вот такие штуки. Вот, засунуть в них, короче, артефакты, которые мы добыли в пещере, активировать босса. Убив босса, мы, короче, получим новый артефакт, и нам их таких штуки 3 нужно. В общем, погнали. Что тут, короче? Энграмма. Открыть портал к параматерии. Открыть портал к проматери. Я думал про матери. Но тут ударение не стоит, понимаешь? Сложно очень, хотя написано легко в скобках. Охотника артефакт мы кладем. У нас есть мудрости, мы кладем. И артефакт целостности. И у нас появляется такая штучка. Слушай, а что с ней делать? Для дополнительной функции эти щелкните правой кнопкой. Создать. Да? Слушай, а создать один, в смысле, я его, в смысле, сюда создам, к себе. Мы его призываем. Мы призываем паучиху, какой. А надо в круге быть. Телепорт через 17-16 допускается не более 20 прирученных существ. Нам нужно было приручить существа? В смысле? Что произошло? Охренеть. Охереть, Аленка, беги, ключи, херам. Она идет? Она слишком близко? Она меня? Все. Хера. Где ты? Я не вижу, где ты? Что происходит? Хера, короче. Охереть, мудрофака. Аране, уровень 400. Ты серьезно? Мне капюшон полный. Просто нагнул вообще вот так вот. Ни разу. Даже ничего вообще нигде. Это уровень легко. Нам нужен наш малыш. Пойдем тогда за малышом сходим. Первый раз мы обосрались. В общем, короче, в прошлый раз мы неудачно зашли, поняли, что мы не готовы, нам нужны танки. Нам нужны танки, для этого мы сейчас взращиваем новых динозавров, инкубируем яйца. И с помощью живого щита будем пытаться убить босса. Карнотавров, и тиранозавров, и аллозавров, и ютиранусов, короче, выращиваем. Я думаю, такой толпой мы точно должны победить эту бабочку. Слушай, вот это вот реально, короче, говорю. Если ударить динозавра, короче... Так он, короче, внутри, поняла? Как бы одни перья. Так вот он какой, слушай. Может быть, это какой-то сверхколлективный разум из перьев. Гусиное перо уже не то. Зато, знаешь, проблема с домом решена. Можно так посреди леса зайти и встать. Улыбка на миллион баксов. Короче, ребят, тема такая. Я собрался самых крутых динозавров, которые у меня были в загоне. Вот. И одного вот такого вот, короче, малыша. Вот. Если он ляжет, если мы ее не вздрючим, эту паучиху, то, короче, печально. Мы на него очень долго охотились. Мы потеряли очень много ресурсов. Его убивали. Ну, в общем, вот такой вот динозавр у нас. Гигантозавр. Ну что, теперь попробуем теперь, короче, с динозаврами. Охереть. И пещера открылась. Слушай, а это динозавр какой-то другой. Это не тирек. Страшные птицы, да. Я помню. Это страшные птицы. Помнишь, мы как мы вначале путали всегда Барионикса с Капразухом, по-моему, да? Я же сказал, он кто-то здесь был еще. Офигеть. Да, нам да, вниз. Просто. Ого. Сразу два. И мне показалось. О. Ничего себе, динозавр. Во-во-во-во-во-во-во-во. Кто это? Это гигантозавр. Гигантозавр, что он тут делает? Так, ребятки, мы нашли вход в самую главную дырку, короче, и ее охраняет супер-мега-огромный коллайдер-дырный, короче, кто это? Гигантозавр. Его охраняет гигантозавр, ее охраняет, дырку охраняет гигантозавр, и мы сейчас, значит, на рубеже того, что мы пытаемся пробиться, значит, в эту дырку. Мы нарастили себе кучу маунтов, мне жопа сейчас, по-моему, будет, да, мне жопа. Короче, я стреляю.
Я убегаю. Прям беги и прыгай наверх. Так, будь осторожна. Сейчас выхожу здесь. Так, сейчас я пробегусь вперед. Странно, его нет. Серьезно, походу, слушай, в натуре, походу, он, короче. Он, походу, в натуре, короче, туда булькнулся. Смотри, там и наши, короче, заглючившие, блин. То не это, то баги. Слушай, а там кто-то еще есть, да? Слушай, так мы почти дошли до самого конца. Смотри, какие-то главные ворота. В любом случае, я слезу, мало ли, возьму автомат, потому что, ну, всякое можно ожидать. Офигеть, смотри, какой переход. Бля, тут холодно. Нужна шмотка на тепло. Я вообще не представляю, что здесь может быть. Это, короче, какой-то инопланетный корабль. Полюбас. Это все пришельцы. Смотри, там, короче, что-то сияет. Огонь. Офигеть. Я обосрался. Ништяк, смотри, короче, какая-то светящаяся штучка. Охереть, смотри, это пульт управления. Терминал. Активировать телепорт. Вы телепортируетесь через 0,51 секунду. Вот куда она сейчас принесет? Вот хрен его знает, да? Прикинь, если нас разорвет во вселенной, жопу в одну часть отправит, голову в другую часть. Косморазрыв сейчас будет. Прикинь такое, короче, тебя разрывает, и такой тип вылетает. Это пранк! Это пранк! Охренеть, что это? Смотри. Короче... Охренеть, это арки. Это с паучихой, короче, зона. Поняла, это зоны этих боссов. Арены, это арены. Охренеть. Я же говорил, что это какой-то эксперимент. Геть, а это что, медуза какая-то? Что это? А, возможно, это, короче, хранитель данных. Смотрите, вот про каждое животное. Слушай, а если мы находимся внутри какого-то завода, который создает планеты? Или, ну, ковчеги. Нам же говорили про ковчеги. Мне кажется, так и есть. Нет, смотри, здесь геном человека, геном женщины. Геном человека, геном женщины. Как-то прозвучало. Офигеть, смотри. Смотри, синенький, зелененький. Вот откуда сбрасывают контейнеры на карту. Контейнеры помощи, смотри, синенький, зелененький контейнер. Да, вон они, смотри, пролетают, офигеть. Ты знаешь, он передвигается. В него можно стрелять, стреляй в него. Да подожди, я здесь тебе ни хера не... Да, сука. Да, да, да. Да, да. Ебич, ебич. Охереть. Охереть. Мы забили. Короче, мы забили супербосса. Компьютер какой-то, который охранял. Офигеть, где это мы? Вот наш арк, смотри. Прикинь. То есть получается, все это, видишь,
ковчеги, то есть лаборатории, симуляция жизни, и смотри, сколько. Это был только один из них. Вокруг каждой планеты, ну, вообще, вокруг планеты арки, все они разные.